тележка двигалась быстрее. А назовите ту физическую величину, которая отвечает на вопрос, быстро или медленно. Ваше мнение? Скорость. Отлично. Алексей. Валерий Челокян к своей профессии относится творчески. Кандидат физико-математических наук уже четверть века преподает в Хостинском лицее номер 3. Методика обучения особая. Ставит проблему, выдвигает гипотезу, решает задачу. Я благодарен своему учителю в свое время, который привил мне эту методику. Работать с ними на равных, всегда выслушивать их мнение. И если они высказывают свое мнение, отличное от моего или неправильное, выслушать до конца и, тем не менее, терпеливо объяснить, почему это так. И если они заметят, что я где-то ошибся в чем-то, их поблагодарить за то, что они меня исправили. Диалог на равных позволяет воспитать у учеников ответственность по отношению и к себе, и к обществу, говорит педагог. А главное – привить любовь к знаниям, которые пригодятся в будущем. Валерий Челокян уже дважды становился победителем всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок». Сочинским педагогам есть чем гордиться. В этом году 20 выпускников по итогам сдачи ЕГЭ получили 100 баллов. У гимназии номер 8 теперь есть статус учебного заведения при Российской академии наук. Несколько педагогов стали обладателями президентских грантов в 200 тысяч рублей. Гимназия номер 6 и лицей номер 3 стали победителями и призером краевого конкурса «Лучшая инклюзивная практика». По мнению главы города, перед педагогами стоят непростые задачи по обучению и воспитанию подрастающего поколения. Поэтому им будут помогать и создавать условия для работы. Сочинские ученики, они ценятся на территории края, на территории всей большой страны, и каждый сочинец гордится тем, что он может свои знания, навыки, умения и возможности давать для развития нашего края, для развития всей нашей страны. За это вам огромные слова благодарности и с праздником. Более 230 педагогов курорта в канун профессионального праздника отмечены наградами Министерства образования России и краевого ведомства. Учителям, которые добились высоких профессиональных результатов, вручены благодарственные письма главы города и городского собрания Сочи. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.